Еще ветры подуют холодные, еще голосом вьюг разразится метель и пурга, чтобы нас испытать, будем ли для спасения пригодные, или силы не станет, когда нас облягут снега. А к концу все подходит, и время настало последнее. Как нам нужно, друзья, дорожить им, пока еще есть, запасаться елеем, чтобы жить нам здесь жизнью победною, пока ночи еще не накрыла нас мрачная тень. Скоро и лето закончится благоприятное, когда Бог свои милости щедрым дождем проливал. Когда были мы им по-отцовски любовью обласканы, и как много Он нас, как детей своих, благословлял. К концу все подходит, и время настало последнее. Как нам нужно, друзья, дорожить им, пока еще есть, запасаться елеем, чтобы жить нам здесь жизнью победною, пока ночи еще не накрыла нас мрачная тень. Будет трудно потом, если мы без запаса останемся, а пройти надо нам через все и в борьбе устоять. Где мы силы возьмем, коль сегодня мы не постараемся, чтоб ее в тесном с Богом общении приобретать. Может, надо нам будет оставить все нами нажитое и пойти к Иисусу за стан поруганья неся. Но не будем мы Богом оставлены или забытые. Любит Он, как Отец, Сына в жертву за нас принеся. Господнего обетования, будем верны Ему, чего б нам не стоило то. Не оставим, друзья, никогда своего упования, ведь от Божьей любви отлучить нас не сможет ничто. Бургою холодною Бог своею любовью всегда будет нас обнимать. А пока время есть благодатного лета Господнего, о котором когда-то потом будем лишь вспоминать. Ни метели, ни вьюги, ни ветры с бургою холодною Бог своей.